Здравствуйте, друзья, с вами я, Коммандер-2001, и это новенький выпуск про город в Майнкрафте. Да, друзья, давно не было новых выпусков про город в Майнкрафте. В общем, я на время забросил его, поскольку требовались большие перемены, чтобы... Ну, хотя бы настроиться под что-нибудь, чтобы... Ну, чуть-чуть отдохнуть от Майнкрафта. В общем, заняться... Если переписывался ВКонтакте, там... Ну и другие видео, по другой тематике видео снимал на Ютубе. Ну и все такое, в общем. Короче, друзья, в общем, я говорю, что сменю-ка название, сменю-ка аватарку, шапку канала. Но я сделаю чуть попозже. Ну и что же, я тоже сменю-ка еще и скинчик. Да. Под формат 4К, если Майнкрафт будет поддерживать его. Так вот, давайте начнем с вон того дома. Вон того. Да. Зато, друзья, этот дом я сдавал в аренду, но я спрашиваю, что построить туда, но мне никто не ответил, и еще в общем, как бы самому выбирать, что сделать с ним. И на одном этаже я строил магазин «Магнит», а на втором этаже дискотеку, да. И тем более не просто дискотека, я бы как называется, а тополинка, да. Но так как в Майнкрафте не было тополя, я просто сделал березку. Во-первых, не было тополя в Майнкрафте, а во-вторых, это красиво. Просто красиво. Для красоты поставил. Давайте начнем с магазина «Магнит». Ёлки-мэны, я там забыл. Одну минуточку. Так, друзья, извиняюсь, в общем. Вот, я забыл просто поставить полки и боксы с продуктом, да. И как видите, вот такие вот не абы как бы банкоматы, а кассы самообслуживания. Я ставил такие же в Спаре, да. Не-не-не, не в Спаре, а в каком-то другом магазине. Да, вспомнил, это я ставил в магазине Вита. Потому что мало места было для большого магазина с обычными кассами. Во-первых, там поменьше места составляют, там всего лишь два блока, блока какого-нибудь блока, то есть рамку, изумрудик и люк. Все, что нужно, чтобы сделать кассу самообслуживания. Можно чуть побольше сделать, но чувствуете, смотря насколько столько на сколько на столько сколько на сколько блоков вы построили здание. Да, вышло, ну, чуть ли не то чтобы много, не то чтобы тесно, но ну, чуть посторнее. Так, в общем. Более, у нас здесь только три кассы самообслуживания. Ну, тем более, вот, со стороны двери там мало блоков-то. Мало площадь. Увы. Ну и второе обновление, это такая дискотека. Ну, на самом деле, всего ничего особенного, лишь такой вот. Сетка. Стены такие вот разноцветные. Это, друзья, такой большой стеклянная крыша, вот такая вот. Ну и дальше вот стены из глазурованной керамики. Да, я решил воспользоваться ею. Дальше у нас здесь место, здесь сам диджей, здесь типа два проигрывателя и два нот. В общем. Ну и там же вот светокамень, чтобы было свет, чтобы светло было. Ну и дальше лестница такая вот. Так, ладно. Кстати, вот я вот. Вот еще площадь осталась для того, чтобы еще какой-нибудь дом построить. Ну или даже дворик сделаю. И еще одна такая площадка такая-то осталась после. Маленькая площадочка осталась. Может, я, наверное, какой-нибудь дом сделаю. Ну, какой-нибудь магазин построю, какой-нибудь. Наверное, ну... Неспроста, конечно, но... Так уж получилось. Следующее обновление, это у нас бассейн. Да, я открыл бассейн в городе. Да, друзья, в общем... Я собираюсь как бы сделать ребрендинг Днепровского проекта, потому что
В самом конце вот здесь вот. Вот здесь я, наверное, увеличу вот здесь вот. Между двумя дорогами, то есть между двумя частями дороги, то есть встречные. Еще и увеличу размер типа с АЗС, то есть возможно будет между дорогами типа АЗС стоять и даже парковочная зона. Ну или так, если получится, типа какой-то Макдональдс сделать, кафешку, бистро кафе, в общем. Ладно, у нас здесь у нас вот бассейн «Волна» с 7 утра до 11 вечера. Дальше у нас вот сиденье, которое можно просто посидеть, подождать. Здесь у нас как бы записываемся на плавание, то есть хотим типа учиться плавать. Ну или просто записаться, чтобы поплавать. Дальше у нас такие вот переодевалочные, то есть можно переодеться. Там просто вот шкафы такие вот и сиденья. Ну, женским тоже так же. И там, и через гардеробы, то есть через переодевалку можно уже идти в бассейн. Хотя есть еще один такой вот проход, типа, с балконом. Хотя на самом деле это просто балкон. Вот на балкон, где можно отсюда посмотреть, что там происходит. Так, здесь вот у нас со стороны инструктора. То есть, типа, в команду все, что, типа, плавайте на траве. И все, мы плывем. Ладно. Так. Здесь у нас такой вот кабинет директора, как бы. Такой вот кабинетик. Так, точно типа, в порядке. И вот книжечки стоят. И еще один служебный кабинет. Это у нас кабинет подачи заявки, да. Здесь мы подаем заявку на запись. И все, в общем. Осталась последняя изюминка. Блин, как красиво отсюда смотрится, если выйти со стороны бассейна «Волна», здесь посмотреть на эти дома, в общем. Такое какое-то... Прям какое-то предчувствие, в общем, вызывает. Ну и следующее у нас обновление, это у нас вот такие вот семиэтажки. Среди них вот такие вот. Здесь просто как двухпаратные. Тем более три... то есть у нас... Погоди-ка. Да, все правильно. У нас три дома, два двухпаратные и два дома, которые четырехпаратные. То есть я соединил вместе. Это соединенные дубовыми досками. Ну, по сути дела, они почти одинаковые. Давайте посетим один из подъездов и одну из квартир. Так вот, подъезд. Нумерация квартир. У нас туалет, ванна, кухня, в смысле гостиная. И здесь кухня, вот. А, ну и коридор здесь такой вот просторный. Так, вот сейчас такой вот семиэтажный, тем более по две квартиры на каждом этаже, тем более. Лифта нету, так что приходится так вот подниматься. Это до крыши. Ой. Вон такие вот панорамные стекла еще, окна. Так. Вот, добрались. Фух. Так, смотри. Такая вот крыша, типа. Больше ничего. Обычная русская крыша. Так. Здесь точно такой же дом. Кстати, вот в этих четырехпаратных домах те же самые же квартиры, так что смотреть нет смысла, в общем. И посмотрите, как же красиво отсюда смотрится, блин. Блин, хочется просто взять и сфотографировать тот дом. Как мне напоминает первый выпуск про то, что я снимал такой дом, в общем. Но в первый раз у меня получился комом, потому что у меня Майнкрафт
люто летал, в общем. Лагал ужасно. А вот начиная со второго выпуска про детский садик, я уже все нормализовалось. Ну, считайте, друзья, что только все начинается, друзья. Да, все только начинается. 30 с чем-то выпусков пролетело, и то не зря. Абсолютно не зря, друзья. Я не зря создал проект про город Майнкрафт, чтобы поднять, естественно, поднять актив на канале. Ну что, друзья, вот такие вот делишки. Ну что ж, друзья, мой город пока что растет, пока что 7,5 тысяч человек проживает. Если честно, то 7506 человек. И этот день уже подходит к концу, как видите, он уже закат. Ну и наш выпуск тоже подходит к концу. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите идеи, нажимайте на колокольчик. И всем пока!